Закупка Армении истребителей Су-30СМ и в особенности вооружение к ним изначально была долгосрочным процессом. Как передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения, об этом в четверг заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян. По его словам, причина, по которой основные авиационные вооружения не успели приобрести до войны в Карабахе, носит чисто временной характер. Иными словами, Армения не успела сделать это. На вопрос о том, почему имеющиеся на момент войны авиационные боеприпасы не были использованы, Григорян заявил, что вооружения бывают разной мощности, функций и задач. То, что мы имели до войны, было ограниченной мощью и функций, сказал он. Тема сушек стала предметом бурных обсуждений после того, как премьер Никол Пашинян 20 марта заявил, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Однако в июле 2020 года Пашинян опубликовал видео, написав, что многофункциональные истребители Су-30СМ вооруженных сил Армении провели учения с поражением цели ракетами воздух-земля. Возникшее противоречие он объяснил спустя несколько дней, когда в парламенте сказал, что самолеты были задействованы в учениях с использованием ракет, которые уже были в арсенале армянской армии.